Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы смотрите канал «Сад для души». Я приглашаю вас в свой сентябрьский сад. И поскольку мы сейчас стоим около теплицы, заглянем. Огурцы, китайцы радуют и будут радовать до самых-самых морозов, обычно до середины октября. Ну, конечно, уже чуть-чуть листья есть больные, но это нормальное явление для середины сентября, все нормально. Перец гораздо позже в этом году, но я его и посадила на месяц позже, потому что в мае было очень много работы. Ну и в этом году, конечно, как я уже говорила, на рекорды не идем, урожай меньше, ну и отдыхаем. Предыдущие годы вполне хватило, еще пол шкафа закруток с прошлых лет. Давайте смотреть дальше. Вот она, еще одна гортензия. Это гортензия, вы меня спрашивали, гортензия фантом. А за ней, вон там, это лаймлайт. В начале распуска зеленая, но потом, как все. Розы на третье цветение пошли. Вот он, розариум Ютерсон. Несравненный, бесподобный. Гортензия, Great Star уже отцветает. Ну, потихонечку уже готовимся к осени, уже некоторые вазоны освободила. Петунию буду сохранять, некоторую самую красивую вегетативную петунию будем сохранять. Это каллы у нас, вот у меня сочетание такое в этом году, черные и желтые, вот уже тоже отцвели, очень интересно. Скажу, могут быть вопросы, да, как зимуют. Ну, просто они у меня, видите, в горшочках, обрезаю ботву. И, ну, так в коробке на балконе они у меня стоят всю зиму. Но при температуре плюс 2, плюс 3. Поддерживаю при помощи нагревателя, балкон застекленный. Звезда осеннего сада – это клопогон. Вот это с темными листьями, сортовой. Потом чуть попозже я вам покажу обычный. Вот сочетание с лимонной хостой. В прошлом году я его пересаживала, он не очень хорошо это дело переносит. Поэтому в этом году только вот одна такая стрела цветонос, а так он цвел очень даже обильно. Заглянем сейчас в помидоры. Ну, помидор, как я тоже говорила, в этом году меньше. Меньше, ну, конечно, как же без моей помощницы Гера. Гера. Вот они. Ну, обзор, если я успею, я постараюсь сделать обзор. Ничего не успеваю, честно говоря, потому что прям вот консервация. Вот это вот один из новых сортов, заинтригую вас. Видите, со штриховочкой. Такой очень интересный. Вот они, черри оранжевые. Тоже открытие этого года. Это трюфель. Это трюфель. Зеленые, это зеленые такие черри, они уже созревшие. Это Поль Робсон несравненный, супер урожайный. Каждый год тоже его сажаем. Здесь у меня дайкончик вот уже такой большой. Вот он. Будут заморозки, накрою пленкой. Здесь были огурцы, убрали, посеяли горчицу. Тоже появляются всходы. Клубника. Все, клубнику уже обработала. В общем-то, вот ремонтантная здесь у меня с краю радует ягодами. Тоже довольно крупные и сладкие ягоды. Сейчас все посмотрим. Гладиолусы. Тоже уже буду выкапывать в районе 20-25 сентября, но по погоде. Сейчас посмотрим. Вот гортензия отсюда. Вот она. Ну, конечно, здорово. Очень такие прям шапки, волны белоснежные, прям как пена. Гладиолусы вы, наверное, уже знаете мои, все каждый год тоже показываю. Вот уже второй месяц цветут. Вот они. Это вот компост там сделан для червячков специальный. Капуста тоже белокочанная, картошка. Недели через две буду убирать. Кабачки уже в мучнистой росе тоже буду убирать, наверное, даже сегодня. Ну, дождик начинает крапать, если получится. Вон они там, чушки такие уже лежат на зиму. Это щербет. Коктейль отцвел. Гера, как собачонка бегает. Можно с этой кошкой ходить в лес, и она никуда не денется. Вот тоже флоксы отцветают. Сейчас пойдем с вами, я вам покажу
брокколи. Какая в этом году брокколи. Вот он, красавец. Это клопогон. Это вот обычный сорт. Это что там? Ну, не очень сейчас хорошо видно, потому что погода пасмурная, но в контровом освещении в утренние и вечерние часы это бомбическая вещь абсолютно. Это такая красота, это такая вертикаль осенняя, которая, конечно, дорогого стоит. Это украшение высокий, 2,5 метра где-то. По-моему, у меня есть даже на канале сюжет про него. Очень здорово смотрится. Так, Гера, показывай нам дорогу. Показывай, веди нас. Здесь зона отдыха, но она такая условная. Знаете, зона отдыха, потому что здесь отдыхают только кошки. Мне-то некогда отдыхать. Петуния с серии «Звездное небо» темное. Вот хочу попробовать ее сохранить при помощи черенкования. У кого есть возможность, заходите в Инстаграм. Ванилька. Ванилка отцветает, ванила фрейс. 17 лет этой гортензии. Перенесла пересадку успешно. А сейчас немножечко мы назад с вами сдадим. Я вам покажу вот алису. Кто смотрел сюжет про то, как готовить розы к зиме, про ошибки, чтобы избежать их. Вот я там показывала. Но это правда необыкновенные прям такие шапки, которые на дорожку опускаются, конечно, очень здорово. У нас здесь небольшие строительные работы идут, поэтому вот пень, обычный пень был, почистили, покрасили, и вот получилась такая красотень. Кошки очень любят. Какое наблюдательное место. Помню, должна вам сюжет про пруд. Сделаю обязательно. Обязательно сделаю. Пока. О, скумпия. Ну, вот она, скумпия. Сейчас на гортензию с вами посмотрим. И не пропустите, сюжет я сделаю тоже про сентябрь на новом участке. Там про хризантемы и про аконит Фишера, который сейчас, конечно, украшает все. Вот посмотрите отсюда, как смотрится алисум. Конечно, вот эти летники, когда они растут на клумбе, это бомбический совершенно эффект. Очень красиво, шикарно просто. Вон она, гортензия, пинк Зора, тоже кто спрашивал. Вот она, в этом году 4 цветоноса у нее всего, потому что хозяйка, то есть я запамятовала ее укрыть как следует. Бругмансия там цветет. Вот она, это береза Юнги на заднем плане, такая большая-большая, плакучая. Тоже подстричь бы ее не мешало. Вимс Ред гортензия, тоже очень интересная. Это новая посадка гортензии. Здесь у меня росло тюльпановое дерево, поскольку оно, конечно, вон оно там, видите, пересадили, не очень, конечно, себя хорошо чувствует. Решено было посадить сюда гортензию, чтобы она вот была таким фоном эффектным для пруда. Это лаконос. Такая неприхотливая вещь, довольно-таки интересная. Красная, черно-красные такие будут потом у него соцветия ягоды. Цветет белыми свечками, тоже вещь интересная. Но у кого-то как сорняк, вот кто-то хочет завести, он не растет, поэтому смотрите сами. Бругмансия розовая. Ну, моя любовь, конечно, бругмансия. Да, я ее вожу с собой. Благо, она зимует без листьев, растет просто в углу. У меня стоит в горшке, в углу комнаты. Только поливаю, свет ей не нужен. Это, конечно, плюс. Брокколи, как обещала, дошли мы до брокколи. Ну, поменьше в этом году брокколи, но все равно начинается у меня деликатесное время, когда на обед и ужин у меня брокколи. Вот, нет, большая, смотрите-ка, в этом году. Все равно большая, конечно, вон она какая. Очень даже. Да, даже очень. Вот моя рука. Вот она, брокколи. Вон она, целая грядка у меня брокколи. Я стараюсь сажать более дорогие и... Гера. И дорогие, и редкие сорта овощей. Потому что...
обычное белокочанное, в принципе, можно купить, а брокколи, конечно, кусается. Да и тоже качество такое, что оставляет желать лучшего. Раджерсия. Да, если у вас еще нет раджерси, вот она цвела, но сейчас не судите, она цветет в июне, конечно, это просто уже сухой цветонос, но здорово его засушить в вазе, в зимнем букете, очень хорошо смотрится. Это раджерси, очень эффектные листья, вот третий вид. И цветение тоже красивое, цветение у раджерси. Вот у кого нету, тоже посадите. Это гортензия Ливана. Смотрите, какая красотень. У меня практически нету про нее на канале, потому что она была маленькая. Это немного того же плана, что Great Star, только у нее цветы не закручены в форме пропеллера, а такие в одной плоскости. Но посмотрите, какой цветонос длинный. Посмотрите, вот в каждой пазухе цветы образуются вот в такую свечку. До полметра высота цветоноса, вот отсюда доверху, если считать, самых крупных и откормленных. Вот это самая высокая гортензия, заявлено, что высота 3-4 метра. Редкая вещь тоже, поэтому я вам ее рекомендую. Сейчас я вам покажу грушу. В прошлом году, опять же, груши были крупнее и симпатичнее на вид, но в этом году помельче, но радует то, что вкус такой же обалденный. Знаете, ко мне вот вчера приезжали в гости подписчики, и они так засомневались, что груша вкусная, съедобная. Мы ее попробовали, и, конечно, были, мягко сказано, приятно удивлены. Они были в восторге, потому что вкус почти как у груши конференции. Это груша памяти Яковлева. Вот она вот такая. Ну, посмотрите, на канале есть сюжет. В прошлом году она, конечно, крупнее и красивее. Рудбекия. Несравненная рудбекия. Вещь супер, потому что сеется сама, и вот такие яркие красочные пятна образуют по всему участку, цветет до морозов, без моего вообще на то участия. Тоже очень классная вещь. Вот канны в этом году даже не зацвели, ну и тоже, видите, сожрал их кто-то. То есть у меня нет ничего абсолютно идеального, и тоже и гусеницы ко мне заходят, и слизни тоже приползают, поэтому тоже вон все сожрано. Вот скумпия, я вам покажу, какая великолепная стала. А будет, конечно, марлезонский балет, когда мы ее будем закрывать, но ничего, она стоит того. Герань, розанна садовая, кто спрашивал, правда, вещь супер, я вам рекомендую. Необыкновенной красоты, раскидывается такой шапкой и цветет 3 месяца, начиная с начала июля. Так, идем мимо бругмансии. Сейчас вот посмотрим. Бегония в этом году роскошная. Абсолютно роскошная бегония. Сейчас пойдем с вами смотреть дальше. Это я приготовила себе на растопку в мешках, на растопку для печки. Так, сейчас посмотрим. Хоста тоже одна из наших любимец. Вот такая хоста. Вот эти листья надо удалить однотонные. Это возврат к одному из родителей. Надо удалять. Про горячавку вы знаете, видели сюжет. Вот она уже отцветает. И хочу вам показать, в этом году у меня шикарная петуния, которая просто на удивление все лето, вот обычно в июле, я уже 20 июля меняю вот эти все кашпо, вазоны, потому что она дохнет. Но вот в этом году я нашла таки к ней подход, нашла удобрение, которое вот позволяет ее красиво цвести весь сезон. И эффект, конечно, классный. Это звездное небо, это вегетативная петуния. Розы, роза, карамель. Цветет по третьему разу. Молоко стоит. Я же в этом году научилась творог делать. Теперь мне привозят молоко, и я из него делаю творог. И даже сметанку умею. Вот, смотрите, отсюда. Сейчас посмотрим с вами. Отсюда вот клопогон, вон он. Издалека, конечно, его видно. Просто издалека. Но он шикарный. Если у вас еще и хвойный, или темный забор, или какая-то стену нужно закрыть,
или просто вот посреди газона. У него, во-первых, листья красивые и цветоносы, конечно, тоже. И сейчас я вам не показала, сейчас я это исправлю. Флокс. Это самый поздний цветущий флокс. Это очень интересный флокс. А эта доска здесь стоит. Мне привезли именную табличку. Сделали именную табличку с моим каналом. Теперь у меня на доме висит и на новом участке тоже покажу. Вот, смотрите. Это флокс ауреоле. Ну, ореол. Очень красивый. Малиновый. Цветы действительно с зеленой окантовкой. Посмотрите, вот он такой и есть. Очень необычное сочетание. Мне нравится сочетание. Вот малиновое с зеленым. Я и на гладиолусах его очень люблю. И на флоксах тоже. Вот он. Очень-очень эффектный. Сейчас мы попробуем на нем сфокусироваться. Вот. Правда. Вещь стоящая. Главное, что поздняя. И посмотрите, листья у него не болеют. Листья здоровые. Кстати, на листьях, вот если лили, вот такая вот вещь, но это нормальная ситуация. Тут не нужно паниковать. Это грибковое заболевание, которое вот приносится с такой погодой. Фитоспорином весной нужно проливать несколько раз, опрыскивать препаратами Скор, Топаз. Припудривать золой почву тоже очень хорошо. Но, в принципе, сейчас мы уже будем через неделю, я уже буду обрезать все многолетники, поэтому это не страшно абсолютно. Если бы это было в начале июля, тогда да. Сейчас у нас с вами остается еще несколько минуток, потому что у меня на 20 минут рассчитана запись. Вот так вот пойдем, посмотрим с этой стороны. Мы здесь не были с вами. Тоже вот на клопогон. Вот он. Рододендроны у меня. Здесь, помните, кто смотрит давно, знает, что здесь у меня рододендроны. Вот они уже все заложили цветочные почки на будущий год. Почек цветочных много, это бутоны. Вот они, бутоны. И поэтому, конечно, нужно их будет качественно укрыть, чтобы все эти почки сохранить. Вот, смотрите отсюда. Здорово, на самом деле, вот петуния, там клопогон. На фоне дома очень хорошо. А я сегодня буду, что я сегодня буду, да, в теплице на новом участке сажать хризантемы. Кто смотрел хризантемы, сюжет про хризантемы, вот там как раз я говорила, что теплица — это для меня самый оптимальный вариант их сохранить. Вот, видите, на фоне туи смотрится очень здорово. Да, это я вас все соблазняю, потому что вещь стоящая. И главное, что, знаете, она такая неизбитая. То есть это тот цветок, который вот не в каждом далеко саду растет, но он очень эффектный. А пусть вас не страшит название клопогон, он на самом деле очень ароматно пахнет, воняет только при посадке корневища, если повредите. Все, больше он неприятные запахи не издает. Вот, кстати, тоже сельдерей. Надо будет что-то либо его засушить, либо заморозить частично на зиму. Ну, вазоны уже, вот про что говорила, часть освобождаем, моем до следующего сезона. И да, я еще буду сажать пионы. Мне привезли пионы, ждут своей посадки, так что не поздно, сажайте пионы. Все пересадки при возможности лучше, конечно, уже на следующую весну, но если вот пионы, сирень, малина, вот сейчас самое оно сажать, луковичные буду сажать в конце сентября, но рябчики, все мелколуковичные, крокусы и нарциссы сажайте сейчас, а это вот тоже поздние флоксы. Вот такой мой сентябрьский сад. Еще раз повторюсь, не пропустите выпуск про новый участок в сентябре. Там, конечно, вся клумба из хризантем, там намного красивее. А с вами была Светлана Самойлова. Пока!